У меня вопрос. Зачем жил человек, если он такой был способный, талантлив? Что он вспоминал в последний момент своей жизни? Я думаю, детство. Потому что у него были родители, у него была родина. А умер он без родины, без родителей. Его ненавидит вся страна. Олигархи, и ежи с вами. Задумайтесь, вас всех ждет то же самое. Потому что на каждую хитрую задницу свой болт с винтом найдется всегда. Придут новые, как на Кипре. На Кипре история показательна. На одних воров наехали другие, на тех наедут брюссельские, на брюссельских наедут следующие. И это у них будет бесконечно. Вы зачем живете?